Водили хороводы и загадывали желания. В Карагандинской области прошла президентская елка, на которую съехались 200 ребят. В этом году праздничное мероприятие прошло одновременно по всей республике. Подробнее в сюжете. Праздник от имени главы государства собрал в каждом областном центре 200 мальчиков и девочек в возрасте от 9 до 13 лет. Новогодние президентские елки накануне прошли под девизом «Кош Кельден», «Жана Жил», «Жана Белес», «Жана Арман». Добро пожаловать! Новый год, новые мечты, новые достижения. В каждой из областей для детей было организовано красочное шоу-представление и развлекательная программа с участием артистов и супергероев из мультфильмов. Я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам крепкого здоровья, мира и добра, счастливого детства. От имени президента поздравляю вас с наступающим Новым годом. От имени президента Республики Казахстан с наступающим праздником детей поздравил аким Карагандинской области Ермаганбет Буликпаев. Юные гости весело провели время. На утреннике выступали местные детские ансамбли «Шолпан», «Бозторгай» и «Куаныш». На нашем мероприятии приняли участие 200 детей из социально уязвимых категорий, то есть это многодетные, из многодетных семей, из малообеспеченных семей, дети одаренные в учебе, в спорте, в творчестве, дети-сироты. Мы постарались охватить все категории, а также дети с особыми образовательными потребностями. На самом деле праздник начался за день до самой елки. В кинотеатре «Сары-Жаляу» был организован просмотр мультфильма «Приключения Тедди». Организован подвоз, питание. Было организовано дежурство правоохранительных органов. Главное – безопасность детей. Приятным дополнением к празднику стали подарки. Каждый ребенок получил именную поздравительную открытку от президента, умную колонку с Алисой, наушники, сладости и книгу сказок на трех языках. После мероприятия для ребят был накрыт праздничный стол. Ирина Вабищевич, Наталья Заяц, 5 канал.